В Асбесте медик была осуждена за мошенничество. Женщина заимствовала у пациентов крупные суммы, однако сама не намеревалась возвращать долги. Асбестовским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении работника одного из медицинских учреждений, которая на протяжении длительного времени брала у своих пациентов крупные денежные суммы в долг, не собираясь их возвращать. По версии органов предварительного расследования, подсудимая, находясь в служебном кабинете терапевтического отделения одного из медицинских учреждений Асбестовского городского округа, достоверно зная о наличии ранее знакомой и потерпевшей денежных средств из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием престарелой потерпевшей, убедила последнюю передать ей в долг денежные средства в размере 20 тысяч рублей, ведя потерпевшую в заблуждение относительно своих истинных намерений и реальной финансовой возможности возврата денежных средств. В свою очередь, потерпевшая, не подозревая о корыстном умысле подсудимой под влиянием доверительного отношения к ней, передала денежные средства на сумму 20 тысяч рублей. Подсудимая путем обмана и злоупотребления доверием похитила у троих потерпевших денежных средств на общую сумму более 30 тысяч рублей, которые до настоящего времени так и не возвратила. Как в период предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания подсудимая вину признала в полном объеме, в связи с чем уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Между тем, ранее медработник уже был осудим за подобные преступления. По материалам межмуниципального отдела МВД России Асбестовский, злоумышленница была осуждена в сентябре 2016 года за похищение денежных средств на общую сумму 325 700 рублей. Суд вынес ей наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. В октябре того же года мировым судом Асбестовского судебного района Свердловской области этот же врач осуждена за похищение денежных средств на общую сумму 3500 рублей. Обвиняемая подвергнута наказанию в виде обязательных работ на срок 150 часов. В этом году наказание для медика оказалось гораздо серьезнее. Приговором Асбестовского городского суда подсудимая признана виновной в совершении мошеннических действий, то есть схищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, подвергнута наказанию в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием ее заработка ежемесячно в размере 10%. Кроме того, осужденной придется выплатить свои долговые обязательства перед потерпевшими. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован участниками процесса в апелляционном порядке в установленный законом срок.